По прогнозам синоптиков, в среду 8 июля в Республике Алтай среднесуточные температуры снизятся. Почти на всей территории республики пройдут дожди с грозами. Кушагач, переменная облачность, дождь, температура воздуха ночью плюс 10, днем плюс 17 градусов. Ангудай, облачно, дождь, гроза, плюс 15, плюс 20. Турачак, переменная облачность, дождь, гроза, плюс 15, плюс 21. Улаган, облачно, дождь, гроза, плюс 12, плюс 17. Усть-Кан, переменная облачность, дождь, утром гроза, плюс 12, плюс 18. Усть-Кокса, облачно, дождь, днем гроза, плюс 13, плюс 19. Чимал, малооблачно, дождь, днем гроза, плюс 14, плюс 22. Чоя, облачно, дождь, гроза, плюс 15, плюс 21. Шубалино, переменная облачность, дождь, гроза, плюс 13, плюс 18. Горно-Алтайская Майма, переменная облачность, дождь, гроза, ветер переменный 1,2 метра в секунду, порывы 7,9 метра в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 15, днем плюс 21 градус.